Я как дебил. Неправда, ты как директор. Неправда, я как бухгалтер Винни-Пуха. Да брось, не так все плохо. Джон, таких как я дарят детям перед тем, как сообщить, что их бабуля померла. Слушай, не кипятись ты, а? Тебе нужны деньги, чтобы платить за квартиру. Да не хочу я работать в магазине. Но ты же ничего не умеешь. Здрасте, я могу быть классным адвокатом. Устроишься, и мы это отметим, ясно? Ага, а если я не устроюсь, мы все равно выкурим косяк, правда? Вероятно, да. Ага, ладно, понял. Спасибо, что подбодрил, тренер. Вперед, дружище, порви их. Не волнуйся, я сделаю все, чтобы получить работу своей мечты. И какие же у вас навыки? Знаешь, какие навыки? Навыки твоей жене вставлять. Раньше со мной никто так не разговаривал. Потому что все были сильно заняты, вставляли твоей жене. Ты принят. Черт.